Наверное, в каждом городе была такая улица, где народ проводил свои свободные вечера в беззаботных прогулках, встречах, беседах или, как теперь говорят, тусовках. В Самаре такая улица тоже была и называлась в народе Бродвеем или, более коротко и с большей теплотой, Бродом. Владимир Лебедев. Самара молодости нашей. За неведомым бредущие, как поэты сумасшедшие, мы готовы предыдущее поменять на непришедшее. В первые послевоенные годы Брод наполняла самая разношерстная публика. Вальяжно вышагивали светские львы, одетые в удлиненные пиджаки из коверкота и в брюки шириной не менее 32 сантиметров. В холодное время года на них были коверкотовые же макинтоши, белые шелковые шарфы и велюровые шляпы. Спутницы их носили крепдешиновые платья с широкими ватными плечами. Обуты они были в лаковые туфли-лодочки. В холодное время года на ногах у них были резиновые полусапожки на высоком каблуке, которые надевали прямо на туфли. В первые послевоенные годы многие выходили на прогулки в военной форме без погон. Донашивали казенное оборудование. Ружинистым шагом по Броду шагали молодые люди в вельветовых курточках или в майках с эмблемами «Динамо» и «Крыльев Советов». На ногах у многих были белые брезентовые туфли, которые перед выходом на прогулку начищали раствором зубного порошка. В не очень позднее время по Броду прогуливались юные суворовцы, кумиры школьниц. Подметая калешами асфальт, шагали и вчерашние семиклассники, курсанты военно-морского авиационного училища. У них были поклонницы повзрослее. Между морячками и кадетами существовала постоянная вражда, приводившая к частым конфликтам на Броде. Но для разрешения этих конфликтов они спускались на улицы ближе к Волге, на Степана Разина или Обороны. Там вот шли кулаки и ремни с бляхами. Нередкостью на Броде была и приблотненная публика, отличительными признаками которой были белые кашне под пиджаками, сапоги гармошкой в любое время года и кепочка-восьмиклинка с пуговкой на макушке. Из-под кепки свисала косая челка, закрывавшая лоб. Вот вся эта пестрая и достаточно плотная масса циркулировала, начиная с 8 вечера и до полуночи, на участке от памятника до улицы Льва Толстого или даже до Стругачей. Преимущественно по нечетной стороне улицы, занимая не только тротуар, но и проезжую часть. Транспорту приходилось активно сигналить, пробивая себе дорогу сквозь толпу гуляющих. Благо, движение в ту пору было не столь интенсивным. Самым же густонаселенным был участок от Ленинградской до Некрасовской. Именно он позже стал называться Бродом. Летом из открытых окон кинотеатров «Художественный», «Молот», «Триумф» и ресторанов «Гранд Отель» и «Арктика», находившегося на месте сквера 3 «Вязы», изгоревшего в 1958 году, раздавались звуки оркестров, призывно горели витрины магазинов, толпились у касс кинотеатров очереди. Частенько
даже какие-то события, например, успешная сдача экзамена или день рождения, отмечались непосредственно на Куйбышевской. Схем было несколько, и все они были просты. Скажем, сегодня у меня какое-то событие, которое необходимо отметить. Зарезервировав определенную сумму, я выхожу вечером на брод, точно зная, что встречу там всех участников предполагаемого мероприятия. И вот, когда кворум собран, мы начинаем движение от памятника по строго намеченному маршруту. Пункт номер один – магазин вина Азербайджана. На полках великолепный выбор недорогих и вкусных вин. Укажи пальцем, и продавец нальет любую дозу из любой бутылки. Здесь же на прилавках конфеты, шоколад, ломтики сыра. Принимаем первые 100 грамм и движемся дальше. Недалеко от Ленинградской магазин «Арарат», где нас ждет великолепный выбор армянских вин и коньяков. Отметились и идем дальше к Некрасовской, где нас ждут сразу две точки – павильон вина Узбекистана и магазин вина России. Выбор здесь несколько скуднее, но сервис везде одинаков. Заключительной точкой маршрута был дом промышленности. Там в правом от входа крыле находился магазин вина Абхазии, где, кроме всего прочего, предлагалось очень дешевое, но замечательное вино «Букет» Абхазии, которое разливалось прямо из бочек, а к нему предлагался сыр сулугуни. На этом, как правило, наша застольная, а точнее сказать, застоечная часть мероприятия заканчивалась. И мы, веселые и довольные, или спускались в Стругачи, или заглядывали в сад станкозавода, или возвращались топтать брод. К сожалению, после хрущевского указа от 15 июня 1954 года торговля в разлив в этих замечательных магазинах была запрещена, и подобные мероприятия проводились уже по другим схемам. Сохранился в памяти вечер 5 марта 1953 года. Утром объявили о смерти Сталина, к которому я и некоторые мои друзья относились, мягко говоря, не с большой симпатией. В своем узком кругу мы называли его не иначе, как «Великий Гуталинщик». Многое зная или догадываясь обо многом и до 20-го съезда, кое до чего мы дошли своим собственным умишком, что-то черпнули из вражьих голосов, которые слушали, несмотря на то, что их постоянно глушили. Безусловно, все свои чувства и настроения мы тщательно скрывали, иначе наше будущее было бы просто непредсказуемо. День был пасмурный и хмурый. Из уличных репродукторов неслась непрерывная траурная музыка. Во всем городе висели полуспущенные флаги. На лицах многих встречных тоже была печаль и скорбь. Вечером я очутился на броде. Печать траура отразилась и на нем. Народа было немного, все какие-то пасмурные и скучные. Наконец собралась группа единомышленников. Человек из 4 или 5. Один из нас заметил. Грех, конечно, говорить, ребята, но событие скорее радостное, чем грустное. Пханок-то наш схилял на коду. Как вам кажется, не надо ли это отметить? Собравшись и закупив все необходимое, мы, чтобы не засвечивать на броде наши
отнюдь не скорбные лица, пошли домой к одному из приятелей. А там весь вечер поднимали тосты за смерть тирана, за возрождение джаза и легкой музыки, за освобождение от тяжких оков. Помянули и жертв сталинской мясорубки, среди которых были наши отцы и другие родственники. Началась хрущевская оттепель, наложившая новый отпечаток на вечернюю жизнь Брода. Его начало осваивать молодое поколение, из числа которого и появились так называемые шестидесятники. Благосостояние населения, пусть и не такими темпами, как твердила пропаганда тех лет, но все же росло. Народ стал приличнее одеваться, следить за своей внешностью. В одежде начали преобладать яркие цвета и более изящные формы. Мужские брюки стали уже. Женщины отказались от ватных плечиков, и линии их плеч стали более покатыми и соблазнительными. А Брод продолжал жить своей повседневной жизнью. После ликвидации того самого замечательного магазина «Вина Абхазии» в Доме промышленности в его помещении открылось кафе «Мороженое», где можно было провести вечер за мороженым, с вином и шампанским. Напротив функционировало такое же открытое кафе, а совсем недалеко отсюда, в подвале гостиницы «Националь», открылся пивной бар, где можно было прекрасно убить вечер за кружкой холодного пива с солеными сухариками. Примерно в это время Брод стали заполнять так называемые стиляги. Но об этом мы расскажем вам в нашей следующей программе. Не тужи о нас, нам весело. И в подвале нищеты, неожиданность инверсии мы подняли на щиты. С вами был Михаил Перепелкин.